Добрий вечір, шановні друзі. Вірші мого сьогоднішнього співрозмовника багато хто з нас вчив у школі. Ми занотовували їх до зошитів, а композитори писали на ці вірші прекрасні пісні, які виконували провідні виконавці Радянського Союзу. Ну а ще мій сьогоднішній співрозмовник протягом 12 років був головним редактором прекрасного журналу Юність. Сьогодні у нас в гостях видатний російський поет Андрій Дементьєв. Андрей Дмитриевич, добрый вечер, добрый я очень рад, что мы сегодня с вами встречаемся, когда вы зашли такой красивый, с иголочки, не верится, не верится, это правда, что вам 80 лет не исполнилось? Да, вот я уже, когда, у меня 16 июля был юбилей, 80 лет, да, сейчас уже 81 пошел, честно сказать, я тоже не Хорошо пошел? Хорошо пошел, да, да. Хорошо. Ну, во-первых, мы хорошо отметили. Значит, 16 числа здесь, мы вот здесь рядом в Национале, я устроил такой прием для друзей. Вот. Потом 20 июля у меня в Твери, это город на Волге, это моя родина. Бывший Калинин. Бывший да? Калинин, да. И я, значит, там, мы устроили там концерт, и туда приехали все звезды, которые были, ну, в общем, у нас в России, не уехали никуда. И там на берегу Волги сделали сцену, там красиво все было. Две вещи были удивительны для меня. Я уже много чего повидал, да? Две вещи. Во-первых, шел дождь с утра. И когда я вышел на сцену, еще дождь был. И сидели в плащах. И я сказал, вы знаете, а я опоздал чуть-чуть. Почему? Потому что была идея проехать по Волге на катере и выйти мне на сцену. Валя Толкунова пела песню мою э, с Мартыновым. Я без Волги просто не могу. Идея, что я с катера сойду прямо на сцену сюда. Но поскольку был дождь, я не поехал. И пока мы там проехали на машине, и я немножко опоздал. А сказал, у меня извините, дорогие мои земляки, что я опоздал, но я договаривался насчет погоды. И можете себе представить, 4 часа шел вечер, выгнул солнце, и 4 часа светило солнце. Вечер кончился, пошел ливень. Ну, вы же договорились. А договорился, получается, да? Я говорю, это за счет того, что собрались хорошие люди. И второе, второе, что меня вообще потрясло, мне потом уже позвонили и сказали, сколько было народу. Около 100 тысяч. У меня всякие аудитории Это были. Вот народная любовь, наверное, правда? Ну, э, не знаю, так сказать, но интерес был, видимо, очень большой. Приехал министр культуры, новый, вот наш Авдеев, приехали послы которые работали в Израиле, когда я работал там, когда мы работали с Аней. Они приехали в Тверь с своими семьями. Вам верится вообще, что вам 80 лет? Нет, конечно. Такому вечному молодому поэту. Нет, нет, я как-то даже не думаю об этом. Вот, и были мои друзья, приехали, были замечательные певцы. Валерий Золотухин читал, потрясающие стихи читал. И были певцы там, и молодые были, и уже известные там, и Добрынин был, и Лещенко был, и Бисеркиров, и Толкунова, и э, тенора 21 века, у нас такая очень группа сильная. Да, Лариса Долина была, вот, и, э, вы знаете, вечер продолжался 4 часа. Андрей Дмитриевич, ну вы автор более 40 поэтических сборников, и многие ну, ваши, больше, многие больше. ваши стихи переведены на очень много языков мира, даже на хинди, я слышал. Да, на хинди. Вообще стихи переводимы? Трудно. Вот трудно. как как стихи могут знаете, звучать вот на хинди? Однажды, однажды, очень давно. Я еще совсем был молодой, у нас был литературный вечер, и приехал Альберто Моравия mm -hmm. из Италии mm -hmm. замечательный писатель, такой очень эмоциональный, ну, как все итальянцы, Итальяне. да. И он сказал одну такую фразу: что он сам-то прозаик, он сказал: Вы знаете, прозу перевести можно, поэзию перевести невозможно. Невозможно. И я вот иногда думаю об этом. И то, что однажды я в библиотеке Конгресса не обнаружил. Есенина в переводах в библиотеки Конгресса. А как Потому что очень трудно переводить поэтов таких метафорических. Вот так же, как у нас, очень трудно переводился Николас Гельен. Потому что это такая метафора. У нас очень трудно переводился Аванес-Ширас, армянский mm -hmm. поэт, который тоже весь на метафорах, как Есенин, как Николас Гильен. А Гамзатова переводили вот. много. А Гамзатова много переводили. Почему? А я вам скажу почему. Потому что Гамзатов он проще немножко. У него главная мысль. Он был поэтом, который. Ну, он образный очень поэт, да, но в то же время в нем, вот, возьмите его «Журавли», uh -huh. его песню, но легко перевести было. Почему? Потому что там образы такие, которые легко переводятся, ибо они очень зримые. Но Гамзатова сделали переводчики, наверное, правда? Нет, 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 не говорите. Я дружил с Гамзатовым, и, значит, я знаю, что на Наум в который переводил его, Яков да. Козловский, да. замечательные переводчики, вот, они, конечно, очень здорово переводили, потому что они сами талантливые были люди, но все-таки в основе было в основе была мысль, поэтическая мысль, и всегда это было у Гамзатова, всегда. И, и знаете, вот я так иногда думаю, ну как вот куда денешься, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Образ, да. Но он такой смысловой образ, он не только эмоциональный, он еще и такой, ну интеллектуальный образ, да? И вот это легко переводится, потому что это мысль. Ее легко перевести мысль на любой язык. Образ трудно перевести. Вот в чем дело. Вам на хинди читали ваши стихи? Вы слышали их? Да. На хинди перевели мою поэму «Дорога в завтра» когда-то, очень давно. Это было начало 60-х годов. Но вы не слышали, как она звучит на хинди? Ну, я не слышал, потому что я узнал об этом случайно. Борис Полевой прилетел оттуда и сказал, что перевели вашу поэму поэму Валентине Гагановой «Наша землячка», тогда знаменитая. Ткачиха, язык, да? Ткачиха, да. Вот. А вообще переводили на многие языки, правда, стихи. Даже на португальский, вот я на французский, там на английский, на немецкий переводили. Вот. Но поскольку я с языками не очень владу, я когда-то знал французский язык, когда-то, очень давно, я решил почитать, в... я очень любил всегда, ну, можно сказать, почти с детства, с юности, любил французскую литературу. И я решил почитать Ламартина, Мартина, Шотебриана, там, условно говоря, Бальзака, Дюма, Гюго. Подлинники. Подлинники, потому что французский язык – очень красивый язык, знаете. И я, когда поступил в институт Востоковедения, такой был институт Востоковедения, я поступил на ближневосточный факультет персидское отделение. Да? И я изучал, как интересно. И я изучал два языка – персидский и французский. Они очень близки. В каком смысле? В таком… Ну, в звуковом, что ли, в звуковом смысле близки, потому что считается на Ближнем Востоке, вообще на Востоке считается, что персидский язык, он близок к французскому по своему звучанию, потому что французский язык очень красивый. Я никогда не сравниваю ни с ни немецким, ни с английским, нет, потому что французский язык ⁇ Понимаете, красивый язык. И причем вот э, только что мы э, вчера... Вчера, по-моему, Пьеру Кардену присвоили звание почетного академика Академии художеств, и я был на, на этом, так же, как и Марку Захарову, вот, и он по-французски говорил, и, знаете, это потрясающе. Однажды мне пришлось быть в, в гостях у Ильи Глазунова, мы как раз с были вдвоем, и приехал Мирей Матье. Я даже фотографии видел. Да, в книге да. где-то было. Да. Вот приехала Мирей Матея, мы сидели весь вечер. Глазунов, вот Мирей Матея, я, короче, еще кто-то был. Ну, в общем, практически больше никого и не было. Да, и она, знаете, у нее очень хорошее французское, парижское произношение, такая грассированная такой Р, который, ну Да и поет неплохо. поет неплохо. Причем что интересного, знаете, мы сидели уже, знаете, как у русских, да, сидели, сидели, пришла пора петь, почему? Потому что уже поддали, значит надо петь. Запели Катюшу, она сидит молчит. И вдруг как она выдала по-русски куплет Катюши. Мы, конечно, все замолчали из-за уважения. И потом сразу наши глотки оказались, конечно, очень серыми по сравнению с ее замечательным голосом. И вот прошло много лет. Я так перекидываюсь с, -с, -с, -с темы на тему. Но в школе я начал о французском языке, о Франции, о Мире Матье. Прошло много лет. Я посвятил ей стихи. Вот в одной из моих книг последних есть стихи, посвященные Мире Матье. Да, и она мне подарила свою фотографию с прекрасной надписью, там все. Вот. Прошло много лет, и мы с Аней пошли э, в этот Кремлевский дворец. На пошли, ее концерт. На ее концерт. И я сидел в первом ряду. Я думаю, вот вспомнит она или не вспомнит, да? Да. И там, значит, предупредили всех, что только после седьмой песни можно вручать цветы. И там пускали Туда на сцену, с той стороны, ну, людей, которые прям шли э, целый шеренгой с цветами ей вручать. А я думаю, ну, что я туда пойду? И я подошел прямо к рампе и сказал, «Мирей!» И она подошла ко мне и говорит, ой! И я понял, что она узнала, я ей вручил цветы. Она пела божественно, вы знаете, она потрясающе певица. Андрей Дмитриевич, 21 год вы посвятили журналу «Юность». Из них 12 были главным редактором журнала. Немало, между прочим. Это правда, что Евтушенко отправил телеграмму Брежневу в свое время, чтобы именно вас назначили главным редактором «Юности»? Вы знаете, для меня это было удивительно, это правда. Для меня это было удивительно. Почему? Потому что наши отношения с Евтушенко, еще когда Полевой был главным, а я был его первым заместителем, наши отношения начались очень напряженно. Я снял его стихи У -у -у. из номера. Евтушенко не привык. Что это за стихи были? Это были стихи немножко такие, знаете, конъюнктурные, и в то время, это было время, сейчас я вам скажу, это где-то 70-е годы были, это прибрежнее все было. И он стихи, которые он читал на каком-то вечере, и я их слышал, они мне показались, ну, во-первых, ниже его уровня, он выдающийся поэт, конечно, это раз. Во-вторых, они немножко были конъюнктурные. И мне хотелось, чтобы у нас он выступил с большой подборкой, немножко с другими стихами. Я их снял. Хотя Полевой был главный, я был зам. Но Полевой мне отдал на откуп поэзию всю. И не только поэзию. Вот. И у нас произошла такая с ним стычка. Вот. И потом он я напечатал его. Мы напечатали его стихи. Он поправил. То есть, он что-то убрал, что-то заменил, так сказать. Все. Но он был... Но вы же отстояли разгонят. его стихи какие-то. Это потом. Это уже потом было. Понимаете? И у нас с ним состоялся разговор. Очень такой мужской. Два поэта поговорили. Да, да, да. В ЦДЛ. Так очень резко поговорили. Он не привык. Вот. Я его на вы, Евгений Александрович. Да. И как-то так он почувствовал, что вот... Ну, что-то вот пробежало между нами такое даже хорошее, потому что я искренне разговаривал, говорил то, что думал, о чем мне, Господи. А потом он мне позвонил и говорит, вы знаете, я хочу именно вам дать поэму, «Северная надбавка», поэма, которая для меня очень дорога. А уже была напечатана «Братская ГС, вот, и я прочитал поэму, поэма вот такая. Знаете, о простом парне, о тяжелом времени, о тяжелом положении, так сказать, молодого человека, который растерялся в этой в этой жизни, понимаете, где давили, где цензура, где все было, где очень тяжело жилось, где плохо, плохо зарабатывалось и так далее. Много было чего. Я полевой был в госпитале. И я эту поэму поставил в номер. Я подписал прямо в номер. Я сказал, Евгений Александрович, очень хороший поэм. Он говорит, ну, я очень рад и улетел в Ригу. Это было в субботу, в пятницу, когда я подписал номер. А в понедельник мне позвонили и сказали, что машина остановлена, полиграфические типографии «Правда», что меня вызывает ЦК партии на ковер из этой поэмы. Вот, и я пошел, сидел в отделе, несколько человек, руководителей Отдела пропаганды, диалоги. И я начал ее отстаивать, эту поэму. И я помню, что он успел ее прочитать на вечере, по-моему, политехническом, он ее успел прочитать, он читал ее с листа. И читал ее прекрасно. И я лишний раз убедился, насколько она сильная вещь. И там, не буду долго рассказывать, в общем, я ее пока не отстоял, но я, значит, все. Близкие были когда Да-да, я все-таки был к этому близок. Попросили меня там одно, под, под, другое там поправить. А ситуация была в те времена. Вот человек молодой, вы не знаете. Ситуация была такая, что если мы что-то снимаем, то мы не имеем права, если это снимает центральный комитет партии или цензура, мы не имеем права на них ссылаться. То есть вот мы снимаем, а не имеем права. А сказать, что это я снял, когда он видел, как я подказал, это смешно. Такая <смешно> двусмысленная да. ситуация. И, ужасно. И, и он прилетел из Риги, я ему позвонил, он прилетел из Риги, пришел ко мне домой, очень был заведен, у него что-то с глазами было, просто он на нервной почве, потому что для него это было все дорого, и вдруг машина остановлена, все, и неизвестно, будет ли напечатано. Вот. И мы с ним сидели, я говорю, Евгений Александрович, давайте посмотрим, кое-какие вот тут строчки. И тут меня спас полевой. Он позвонил мне домой из госпиталя, кого-то чувствовал, и говорит, значит, Андрей, я знаю, что тут у вас проблемы с поэмой, да? Скажите вашему другу Евгению Александровичу, он его тоже Евгений Александрович, скажите вашему другу Евгению Александровичу, что это я старый дуралей, Ничего не понимаю в поэзии, это я придираюсь к его, пусть он поправит немножко, но это все вот моя прихоть, понимаете, пусть он не сердится. Я понимал, что Борис Николаевич, с одной стороны, хотел, чтобы мы не поругались. Опытный человек. А, да, а с другой стороны, понимаете, он хотел как-то так всю эту ситуацию немножко разрядить. И я позвонил в ЦК партии, мы что-то поправили с ним там, ну, какие-то строчки, которые не имели принципиального значения, но, может быть, их надо было поправить. Я позвонил в ЦК партии и сказал, вы знаете, что я не буду больше выкручивать руки своему автору. Достаточно того, что мне сказали, а что вы сделали? Я говорю, я сказал, вот сделали то, что хотели, что могли, что считали нужным. Сказали, печатайте. Я напечатал. И вот, когда уже вопрос этот решился, он мне говорит, поехали в ЦДЛ, мы Вып... отметим это дело. И вот мы поехали с ним в ЦДЛ. У него тогда машина была пикап Волга, здоровый такой гроб черный. Большому кораблю большой Мы поехали с ним в ЦДЛ, сели. Вот он пил шампанское только. Я вообще не пью. Он мне говорит, Андрей Мич, я хочу вам честно сказать, пока вот мы трезвые, я вас не любил. Во-первых, потому что вы пришли в журнал «Юности» ЦК КП, из ЦК ВЛКСМ. А я действительно работал в ЦК ВЛКСМ, э, в отделе пропаганды, делом И занимался всей печатью комсомольской. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вы не пьете. Это как раз во-первых. Да, это подозрительно. В-третьих, вы всех называете на «вы». И в-четвертых, вообще вы мужик красивый. Я говорю, ну ладно, Евгений Александрович, вам-то что обижаться. Да, так, вот такой… Давайте на «ты». Я говорю, давай, Жень, на «ты». <laughs> Мы выпили по бокалу шампанского, и у нас вот как-то становились вот Это правда, башки. что он вам сказал, я бы все равно отстоял эту поэму? Он я мне сказал… Бы, он я да. бы с Андроповым договорился. Да-да, он мне сказал, Андрей, вы, ты знаешь, я тебе честно скажу, я, конечно, бы отстоял поэму. Я бы с Андропом. Андропов был тогда, значит, председатель КГБ. А что, он дружил с Андроповым? Видимо, да. Видимо, да. Потому что он все время мотался за границу, и, наверное, ему трудно было мимо мимо КГБ проходить, я уж не знаю, в чем там дело. Вот, и он мне говорит, я все равно отстоял. Я бы позвонил в Андропу, он ко мне очень хорошо относится, он бы, он бы мне помог, все равно бы я. Но то, что ты сделал для меня, что ты взял это все на себя, я это никогда не забуду. Да? И он направил Брежневу эту да. телеграмму, да? И он, да, потом, когда когда прошло время и Борис Николаевич ушел из из жизни, вот. И было много претендентов на должность главного редактора, потому что очень заманчивое, очень такое, знаете, престижное место главный редактор одного из самых популярных и многотиражных журналов. Вот. И он послал телеграмму Брежневу. Главным редактором, я считаю, журнал «Юность» должен быть только один человек – Андрей Дементьев. Я узнал об этом не от него, вот что удивительно, он мне не сказал. Это кстати, жест. это, кстати, делает честь ему, так сказать, что вот он не сказал. Сделал доброе дело и не сказал. А меня просто встретила однажды рабо работавшая в архиве ЦК КПСС, жена моего друга Владимира Токманя. Такой был очень хороший украинский журналист из Харькова, который потом работал со мной в ЦК Замзаводелом, а потом был главным редактором студенческого меридиана. Угу. Вот. И он, кстати, вырастил двух замечательных дочек. Елену и это самое, Катю Стриженову и Викторию Андрианову, которая э, дизайнер. Модельер, да. Да, да, да модельер. Mm -hmm. Вот этот самый как раз Володя, мы с ним дружили. И вот его жена, она меня как-то встретила, говорит, ты знаешь, я... нам нельзя было, конечно, говорить это, но сейчас уже можно сказать тебе, это прошло уже довольно много времени, что такая была телеграмма. Она мне ее её... пи... И сказал, у меня ее нет, но она существовала. Я помню из детства знаменитый роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем да, человеке». Да, да, да. Хороший писатель был Борис Полевой? Хороший. Очень хороший. И вы знаете, я вам честно скажу, что когда-то, ведь его первый Горький заметил. Он работал еще в Калине в газете, в которой потом я работал. Мы с ним земляки, в а он мы с ним земляки, как в одной интересно. школе учились. Только разница в двух годах. Вот в... это в... землячество. Да, да, да. Вот. И он напечатал повесть. Будучи совсем еще молодым человеком, журналистом, газетчиком, он пошел в так называемые низы, вот где там эти перешние бомжи, да, uh -huh. вот такие вот ребята, которые... На дне. Да, почти на дне. Да. да, почти на дне. И он написал поезд, который назывался ⁇ Мемуар вшивого человека ⁇ Там фотография его была, он оделся, как они, он к ним туда вошел, он заверил, он с ними там встречался, как бы с ними вместе ел, пил, был в таком триуге. я видел фотографию, это очень смешно, да, он человек. Хороший он был. Очень да? хороший. Ну вот. И эту повесть его друзья послали на капри Максиму Горькому. И Горькому прислал письмо. И он оценил его очень хорошо и сказал: Только: ради Бога, учитесь. А Парис Полевой вообще ничего не кончил. Он учился в техникуме, 10 класс, в техникуме больше ничего, никаких у него институтов, ничего. Учитель говорит, это очень важно для писателя. Я вам не показывал это письмо, кстати сказать. Да, и вот, значит, когда он. Потом он написал. У него военные были хорошие очень вещи. Еще до даже до до повести о настоящем человеке он писал очерки рассказы. Он не приврал ничего в повести о настоящем человеке? Нет нет. нет. Вы ну, видели знаете... Моресьева? Он приходил? Ну в конечно Юнию, сказала, конечно. Вы, да? да видел Моресьева. И кстати сказать, вот там хирург, который Василий, по-моему, Василий Васильевич. Отрезал я... ногу, да? Да. Это хирург. Это прообраз нашего хирурга в Калинине. Я знал этого человека, пожилой. Он, у него одна нога была, в сумовой одной ноги не было, по-моему. Он потерял ее, да? Он, это, он списал этот образ хирурга с этого самого нашего земляка. И я это знал, то, что он не сам интересный говорил. человек был. Марисьев, ну, вы знаете,. Мне трудно сказать. Я не так был с ним близок, как и вообще обиделся с ним там несколько раз всего. У Бориса Николаевича трудно мне сказать, какой он был человек. Но он, то, что он был мужественный человек и волевой, это да. Я сейчас... И как-то он никогда этим не кичился. Вы знаете, вот это я заметил. Он был скромный человек. Я сейчас страшную цифру назову. Сегодня людям трудно представить, что тираж журнала может достигать 3 миллионов 300 тысяч экземпляров. Да. Когда вы стали главным редактором, вы довели тираж «Юности» да. до такой астрономической цифры. Борис, Кошмар. Борис Николаевич оставил мне журнал, было около 2 миллионов. Да, нет, Около 2 миллионов, там 1 миллион 900, сейчас не помню точно. Вот. А уже при мне все это пошло. И надо сказать, что когда я приезжал за границу, где-то выступал перед читателями, я только называл тираж 3 миллиона, уже 300 тысяч никто не слышал, так, потому что шел гул, дело. гул. И мы, я помню, по инициативе вот моих, моих коллег, в частности, вот Аня Пугач, которая работала со мной 20 лет в журнале, значит, по инициативе моих коллег мы издали дайджест в Германии на немецком языке, наш журнал «Юность». И вы знаете, журнал, конечно, имел невероятную популярность. Если, если умножить тираж 3 миллиона 300 тысяч, вот умножить на э, семейные семейные пары, там, я не знаю, на детей, на читальные залы, все да? То, Конечно, это миллион двадцать. Астрономический тираж. Да, да, миллион двадцать. Я помню, как ждали каждого журнала. Я выписывал тоже юность, маленьким, еще помню. Каждый журнал был событием по-настоящему. Да, там да. печатали все самое лучшее. Да. Но когда вы стали главным редактором, вы стали много печатать, публиковать произведений о сталинских репрессиях. Вы знаете, мы, да, мы напечатали, завтра была война Бориса Васильева. Да. И кроме того, мы печатали изгнанных писателей практически. Журнал «Юность» начал это все. Возвращение наших писателей, изгнанных из Советского Союза, возвращение их в нашу литературу, в нашу жизнь. Мы напечатали «Войновича. Пояс о Чонкине» мы напечатали Фридаха Гринштейна, мы напечатали Владимира Мильяновича Максимова, мы напечатали значит, Анатолия Гладилина, который да, когда-то да. начинал у нас, и так далее. Там Сашу, Сашу Соколова, Аксенова, Василия. То есть мы печатали эту всю а потом, когда они еще некоторые уже жившие у нас писатели попали в этот альманах Метрополь, который вызвал такую негативную реакцию стороны властей, я напечатал практически их всех, всех, в журнале. Мало того, я напечатал, мы напечатали в журнале главу из, из книги Галина, Галины Вишневской, главу Ростропович и... Значит, Солженицын или Солженицын Остропович, когда эта книга и когда эти люди были запрещены, когда их лишили гражданства, когда вы публиковали произведение о сталинских репрессиях, вы это делали еще и потому, что ваш отец был репрессирован на третий день войны? Да дело даже не только и в этом. Просто очень много было людей пострадавших, я это знал. У меня ведь не только отец, у меня дед погиб в тюрьме, дядька погиб в тюрьме, еще один дядька погиб в тюрьме, два дядьки сидели и отец сидел. А как это на третий день войны это было до того, чтобы а я приходить вам скажу, арестовывать? А я вам скажу, в чем дело, почему так произошло. Значит, на него там давно дело велось, а потом я узнал. Кем он был? Он был агроном, он был вообще из, из самых бедных крестьян из деревни Старый Погус под Тверью. Вот. И он был э, простой человек просто, он был парикмахером, э, потом он был э, гримером в театре, вот так, такая у него была работа. И потом вдруг, я уже родился, маленький был, вдруг он решил э, получить профессию и поехал, поступил в Тимирязевскую академию. Закончил его с отличием, его оставляли в аспирантуре У него вышла до войны книга по его специальности. Он много печатался в так называемая Была газета такая вот «Сельская жизнь – это потом», а до этого была «Социалистическое земледелие». Такая была газета. И он там печатал свои статьи. Он был научный сотрудник одной опытной станции. «Социалистическое земледелие». Да-да, да, «Социалистическое дело. земледелие». Вот. И он много печатался, понимаете. И на него вели дело. Потому что, с одной стороны, вот как бы из крестьян вышел из мира, а потом, стороны, стал, много интеллигент, а потом да, стал интеллигент, как-то да. И вот как все произошло, я уж потом узнал, он был рыбак, и там его станция опытная, она была за городом на берегу Волги, там километра 12 и они с одним художником, который там же работал, да, они все время рыбачили. А батя у меня был открытый человек такой, знаете, вот, ну, гостя, что душа. думал, то и сказал. Да, 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 душа распашку. Что думал, то и говорил, что думал, то и говорил. А это все записывал. И потом, когда уже его судили, и, и когда на суде это все, это он мне потом рассказал, на суде все это всплыло, он был потрясен, потрясен вероломством, потому что человек с ним, можно сказать, кашу вместе хлеб ел, да, вместе все делили, и вдруг он, оказывается, вел все и записывал анекдоты, который он рассказывал, какие-то он там вещи там мог отпускать в адрес власти. И он попал по 58 статье, как и все. Сколько он отсидел? Пять лет и три года поражения в правах. То есть, что такое поражение в правах? Нельзя того? селиться, да? Нельзя Столица? селиться. Нельзя селиться и нельзя работать по специальности. И он, будучи крестьянином, изобретательным человеком, знаете, работягой таким, ну… Да. он, он соорудил точильный станок и точил ножницы, ножи, и все это брал заказы в парикмахерских и в магазинах. И на это жил, за это получал деньги. То, что... Но когда милиционер участковый обходил нашу улицу, он, мы его прятали в подвале, потому что он не имел права. Он дожил до того времени, когда вы в юности публиковали вот эти вот антисталинские да, да, произведения? Дожил. Он, дожил. 90 лет, он 90 лет даже и мама 90 лет, там без нескольких И месяцев. он читал это, он не боялся да. читать это? Нет, нет. Он, он только, знаете, мне одну вещь интересную сказал. Когда он прочитал «Солженица один день Ивана Денисовича», он сказал, ты знаешь, говорит, ну не все были такие. Не все вот там как-то были сломлены и так далее. Вот мы, говорит, когда сидели в лагере, он еще почему спасся? Потому что он работал и там огороды, и он агроном, и он в связи с этим, он был на воздухе побольше, и там что-то делал, и, и, и выжил, да? Хотя многие не выжили. Мало того, их, их состав разбомбили, когда их везли в Сибирь. И он тоже чудом выжил. Просто так уж суждено. И он мне сказал, когда он прочитал один день Ивана Денисовича, он сказал, ты «Да знаешь, не все были такие. Вот ты знаешь, у нас как было? У нас был, говорит, охранник, мы были на лесозаготовках, и он издевался над нами, просто вот, ну, власть свою показывал. Ну, мы же бесправные люди вообще, сегодня могут убить, завтра могут голодом что хочешь, могло быть, да? Сколько людей погибло? И он говорит, и он так издевался, что мы сговорились. И вот когда мы пилили, он сидел у костра. Мы сосну пилили, мы направили ее на него, на костер. И раздавили? Нет. Когда сосна пошла, он увидел и отбежал. Но он понял. И ты знаешь, говорит, он понял? Это было какое-то такое э, стихийное сопротивление, как сопротивление. Интересно. Он говорит, понял, и он изменился. Он перестал нас вот так вот над нами издеваться, как он издевался, да, это потому что он понял, что могут убить, и убить могли справедливо совершенно, потому что нельзя над людьми издеваться, они и так уже были в таком положении, сидели в лагере, в тюрьме, вот понимаете, какое дело. Поэтому отец у меня был человек от природы просто умный, знаете, вот, ну из крестьян, вот, вот такой природный ум, да, и он немного добрых советов давал, и он меня приучал к чтению, и конечно он очень любил жизнь, очень любил жизнь. И я помню, когда совсем он приехал из тюрьмы, худенький, маленький, такой уже постаревший, посидевший. А что там было лет -то ему 40, сейчас скажу, 44 года. Мать приняла его? Да, да, она его ждала. Да. И он приехал, и, вы знаете, как-то вот мне было так жаль его. И, я тогда, помню, написал «Черный ворон» стихи вскоре. Его реабилитировали. И реабилитировали всех. Ну, как у нас было все. И я помню, что когда его реабилитировали, он был с мамой в Кургане, в городе Кургань, где мамин брат жил. Он тоже на фронте, воев... он был на фронте, его не сажали, он воевал, но он получил сильное такое серьезное ранение, и он умер просто молодым от последствий этого ранения. Вот. И я ему позвонил туда, в Курган, Пришло, пришла бумага, пате реабилитировали. Вот. Я ему позвонил туда и прочитал бумагу. Эту, что он... А, а, я всегда знал, что он ни в чем не виноват. Вот, ну, я не верил, что он враг, враг народа, когда он выжил из этого народа. Это смешно. Он все познал, он шел с этого с самых корней, понимаете? И он так плакал в трубку. И я, понимаете, я понял, что он просто ему было обидно, что столько лет потеряно. И в конечном счете он прав, а столько было лет потеряно. Он Самый. не озлобился, нет? Нет, нет, он не озлобился. Поразительно, вот почти никто не озлобился да. из незаконно отсидевших, правда? Вы знаете, э, все-таки вот люди, которые прошли, прошли вот ту жизнь, вот они все-таки были люди труда. Вот он познал все там. Все было в деревне. Я же вот в деревне тоже прожил много времени. Всякие, все каникулы в деревне. Зимой в деревню все, потому что там бабушка, там у нас огород, там то все. Я вам должен сказать, что там была какая-то удивительная атмосфера. Такая круговая порука добра. Вот э, воспитывали детей в деревне, вот в нашей деревне, да? Старый погост назывался. Воспитывали детей сообща. Вот когда я помню с братом я к бабушке приезжал, там у меня двоюродный брат был. Мам, Батя, значит, э, сестра родная и сын. Вот, я приезжал туда, и огород... сад у нас большой, 26 яблонь, там вишни, то и все, А вот ведь у соседа вкуснее. И, и мы, значит, лазили иногда, да. И один раз нас дядя Коля, сосед, поймал, надрал на уши. Отцу нажаловался. Отец надрал мне уши, как старшему, потому что я был на полтора года старше брата. И вот эта вот круговая порука к взрослых людей, они отвечали за нас. Они знали, что если вот сосед, сосед наказал по делу, он не, он не будет говорить, О, ты моего сына, как ты... Нет, такого не было. Наказал, значит, имеешь право, потому что ты старше, ты опытнее, и ты хочешь добра этим людям, молодым. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный российский поэт Андрей Дементьев.